Вот так вот, хорошенько полежи и не думай ты об этом всем. Держись, у тебя все будет хорошо. Спасибо, мама Зухра. Если бы не вы, я буду на кухне. Если тебе что-то понадобится, позовешь. Боже мой, почему так поступает этот ребенок? Ты посмотри на нее. Она вернулась из мира мертвых. Она заснула? Нет, она о Кемале думает. Думаю, скоро заснет. Эх, Кемаль, какие проблемы ты нам создал? Ну, конечно, думали о Джунете и забыли о Кемале. Эх, Ферман, мне кажется, нужно будет уже скоро людей нанимать, чтобы они следили за этими двумя. Матушка, вы, конечно, извините, но я не думаю так же, как и вы. Хорошо. То, что сделал Кемаль, это неправильно. Но у них ни свадьбы, ничего, они никак не связаны. Ты вообще слышишь, о чем говоришь? Кемаль молодой и красивый. Конечно, он будет наслаждаться жизнью. Не так надо жизнью наслаждаться. Не надо наслаждаться жизнью, мучая других людей, Ферман. Мы ведь даже не выслушали Кемаля. Кто знает, что между ними случилось? А что, было бы лучше, если бы он изменял ей? Хорошо, Хандан любит Кемаля, но это любовь. Насильно ведь не полюбишь. Разве лучше будет, если он, несмотря ни на все, будет в несчастном браке с Хандана? По-моему, так даже лучше, что не начавшись, все закончилось. Ты не знаешь, о чем говоришь, Ферман. Ты не видел, в каком состоянии она. Ну ты посмотри на нее. Я все вижу. Но это ведь не железный аргумент. По-моему, человек не должен выходить замуж за нелюбимого человека только из-за обещания. Матушка, не пойми меня неправильно. Я не говорю о нас, Йилдиз. Мы любили друг друга, дополняли друг друга. Но они не такие. Они молодые, новое поколение, они не такие, как мы. По-моему, будет гораздо лучше, если они расстанутся. Я выхожу. Не хочу, чтобы ей было неловко из-за меня. Хорошо, дорогой. Ферман, ни в коем случае не говори ни о чем Усману. Хорошо, матушка. Всего доброго. Черт подери! Я хочу умереть, я так больше не могу. Я хочу умереть, Хандан, что ты делаешь? Приди в себя. Почему вы спасли меня, сестра Илдис? Я ведь не хочу так жить, я хочу умереть. Хандан, ну не надо, доченька. Хандан, я не могу дышать. Без Кемаля я не могу дышать. Послушай, ты нас тоже расстраиваешь, почему ты так себя ведешь? Все наладится, вот увидишь. Не могу я жить без Кемали, вы понять не можете, я не могу жить без него. Не надо, Хандан, не надо, моя хорошая. Мне конец. Все кончено. В жизни пришел конец. Ну не говори так, Хандан, ничего не закончилось. Мы с Кемалем все пережили. Вы поняли меня? Все пережили. Как я буду теперь смотреть в лицо своей семье? Мы с Кемалем были вместе. Плачь, плачь. Тебе нужно выплакать всю боль, давай. Мне очень жаль, что я заставила вас все это пережить, но мне очень... Ладно, хватит, доченька, убиваться. С тобой ничего плохого не случится, ведь я рядом с тобой. То, что случилось здесь, здесь и останется. Это между нами секрет, никто об этом не узнает. Завтра я разберусь. Ты береги свою гордость и честь. Я не позволю своему сыну допустить ошибку. Мехмед Кемаль вернется к тебе. Матушка, что ты сделаешь? Все исправлю. Я не знаю как, но я покажу им, что они не смогут быть вместе. Не хочу вновь переживать эти ужасные дни. Кемаль сдержит свое слово.
У него будет свадьба с Хандан.